В Балаково продолжается техническое перевооружение тепломагистрали на улице Тернавская. Энергетики уверены, что за месяц до начала отопительного сезона работы на данном участке будут завершены, и жителям 5, 6 и 7 микрорайонов не стоит опасаться, что они останутся без тепла. Кстати, сейчас дома, попавшие в зону проведения работ, не отключены от горячего водоснабжения. Подача ресурсов обеспечена по временной схеме. Саратовский филиал ПАО «Т-Плюс» в настоящее время полным ходом ведет подготовительную кампанию по ремонту теплосетевого комплекса Балаково, в который входит и ремонт ЦТП, и перекладка теплотрасс, и капитальный ремонт теплотрасс, как магистральных, так и внутриквартальных, так и распределительных. В данный момент мы находимся на одной из крупнейших тепломагистралей города Балаково, которая проходит по улице Тернавской от улицы 30 лет Победы и до 7 микрорайона. Она обеспечивает теплоснабжением жителей трех небольших крупных микрорайонов, 5, 6, 7, кроме того, медсанчасть. На период монтажа данной теплотрассы предусмотрены временные перемычки, врезки, и все ЦТП, которые запитаны от этой теплотрассы, сейчас включены, находятся в работе с нормальными параметрами. Жители, которые подключены к этим ЦТП, получают горячую воду надлежащего качества. В этом году саратовский филиал ПАО «Т-Плюс» направляет на реконструкцию данной теплотрассы около 35 миллионов рублей и меняет еще 648 метров трубопровода на участке от дома номер 15 по улице Тернавская в сторону пересечения с улицы 30 лет Победы. Годом ранее на этой улице заменили 900 погонных метров трубопровода. Техническая политика ПАО «Т-Плюс» предусматривает только новые современные материалы. Кроме того, оснащены все трубопроводы системой операционно-дистанционного контроля. То есть мы в любой момент определяем, что возможно даже появляется какое-то потение в сварном стыке, какое-то, возможно, не то что порыв, какое-то повреждение, а вот незначительный дефект. Это нам позволит своевременно устранить, продиагностировать, предупредить возникновение какой-то нештатной ситуации. При техническом перевооружении участка используется трубопровод высокой заводской готовности в изоляции пенополиуретана и системой оперативного диспетчерского контроля, которая позволит осуществлять удаленный мониторинг работы энергообъекта. Также обновляются тепловые камеры, железобетонные лотки и плиты перекрытия теплотрассы, тепломеханическое оборудование. Гарантия у новой теплосети 30 лет. После завершения работ участок будет благоустроен. Сроки ремонта данной теплотрассы предусмотрены до 1 сентября данного года. После завершения работ по монтажу и обратной засыпке трубопроводов будут выполнены работы по благоустройству данной территории. Полностью будет восстановлена тротуарная плитка, которая была перед магазинами «Центр» и так далее, «Тернава» бывшая. Полностью будет восстановлена тротуарная дорожка, будет восстановлено новое покрытие. Кроме того, зеленая зона, которая была затронута в ходе производства работы, тоже будет восстановлена в первоначальный вид. И учитывая то состояние здесь тротуарной дорожки, я думаю, что здесь будет намного лучше. Не будет этих бункеров, которые здесь происходили, и жителям с колясками, и пожилым жителям, которые ходят в магазин, будет только намного удобнее. В рамках большой модернизации теплосетей работы на улице Тернавская будут проводиться и в 2020 году. Реконструкция теплотрассы будет продолжена в сторону 7 микрорайона. Теплоэнергетики уже провели изыскательские работы и подготовили проект.